Заказал планшет с Алиэкспресса. Pippo U8, 8-дюймовый. Ждал 18 дней, пока придет в Украину. Почта Сингапура. Хотел заказать именно белый, поэтому переписывался с продавцом. Ждал еще 5 дней, пока завезут белый цвет. И вот, надеюсь, мне положили белый цвет. Сейчас будем распаковывать и смотреть, что внутри. Надеюсь, посылка целая. Так. Pippo. Посылка, кстати, пришла довольно такая целая, не помятая. Так, вот он. Вот в такой коробке. Открываем. На коробке написано Android 4.2.2. Так, посмотрим, что в коробке. Сам планшет белый. Белый цвет, как и заказывал. Давайте пока включу. Где он тут включается? Еще надо. Ага, вот он. Планшет включился, пока загружается. Мы посмотрим, что у нас в коробке. Это не знаю что. Гарантийная карта. Так. Тряпочка для экрана. Я никогда не пользуюсь, пусть будет. Здесь это USB кабель, он же зарядка, наушники, посмотрим. Прикольные наушники с плоским проводом. Никогда с такими не имел дела. Ну, проверим. И OTG кабель. Блок питания. Посмотрим на сам планшет. Он уже включился. Сам планшет довольно шустрый. Все работает. Все остальное я расскажу в полном обзоре. Ссылка на продавца на Алиэкспрессе будет под видео. В принципе, все.